получилось, что директриса говорит, а нам не нужно представителей. Нам это совершенно не нужно. У нас снесли гаражи. На это разрешение было, вот на эти гаражи было вот это вот разрешение, которое мы представляли в администрацию, но они сказали, это для нас ничего вообще не значит. Снесли эти гаражи. И оказалось, что у нас нет вообще придомовой территории. Нам не принадлежит ничего, как они сказали. У вас, говорит, только есть вход, вот маленький проход вот к тому гаражу. Его не снесли потому, что там земля оформленная, все. Вот, ну ладно, снесли. Теперь здесь после сноса этих гаражей началась дележка нашей территории. С одной стороны, магазин «Супер 7» присвоил себе территорию 4,5 сотки или 4, точно сейчас не помню, присвоил себе землю. Мы спрашиваем, на каком основании, почему жители нашего дома и жители СТО, у которых это смежная территория, почему мы не были извещены, почему мы не участвовали в этом? Мы же должны были участвовать, так как это смежная территория. Нам сказали, не обязательно, все, ну это же нарушение наших правил. Мы же, у нас должна быть придомовая территория, у нас должна быть и площадка детская, и спортивная, площадка, и стоянка для машин должна быть. Получается, что у нашего дома теперь ничего у вас теперь нет, они сказали. Вот этот дом, значит, выясняется, что в 2009 году дом 137 по улице Московской, который тоже граничит с нашей территорией, провели незаконное межевание. По этому межеванию они, значит, себе, у них получилось 6 тысяч квадратных метров, хотя 6 тысяч должно быть в нашем дворе. Вот у нас мы нашли старый. Вот мы нашли старый план в архиве. У нас наши юристы, которые нам помогают, они нашли этот план. По нашему дому здесь принадлежит 6 тысяч квадратных метров, а этому дому принадлежало 3 тысячи квадратных метров. Получается, что это незаконное межевание, в котором не участвовал наш дом, и сотовый дом не участвовал, потому что у нас общая территория. Получается, что они захватили большое количество этой земли. И у нашего дома, получается, вообще ничего нету. Мы, так сказать, остаемся без всего. Детям нашим гулять негде. У нас очень много маленьких детей с колясками, ходят черти куда гулять. Все. А эти, значит, так сказать, все, им все позволено. Почему и на каком основании? И вот мы сейчас западали в суд, чтобы выяснить. И пытаемся до администрации достучаться. И вчера приезжал тут Струков. Мы говорим, пожалуйста, не делайте на этой территории, раз мы уже в суд подали, все. Просим вас не делать ничего. Он нам сказал, что эта территория муниципальная, что хотим на ней, то и делаем. А вы нет никто, и звать вас никак, он сказал. Все. Вот. Струков был, Струков, это зам главы администрации Кировского района. Пилипенко мне дал ответ официальный, что это межевание в 2009 году было проведено согласно с жителями дома 110 и согласно жителей 137. Ни один человек с нашего дома не участвовал в этом, никто не был, мы были не оповещены, хотя, в общем-то, по идее, должны оповещаться. Вот мы теперь просим вас помочь нам разобраться в этом деле. Мы уже обращались к депутату. Обращаюсь к депутату Блатману, теперь, значит, мы обратились к депутату Еремину. Блатман вообще что-то не стал с нами заниматься. Он сказал, значит, документы, месяц, два, три, и все это прошло, все это затихло. Ну вот Еремин что-то еще как-то вроде пытается нам что-то помочь. А вот что сегодня у вас вот? А сегодня это здесь, значит, Пилипенко решил под предлогом того, что дети, вот сзади там лицеи находятся, что дети, вы что, против детей? Мы говорим, нет, мы не против детей. Чтобы дети ходили, у них должен быть второй вход. У них вход один центральный с улицы Рахова есть. Второй они ходили вот здесь вот. Но учитывая, что этот дом все перекрыл, абсолютно все, вот дети вроде ходить негде. Вот, они выходят через калитку, а войти им нельзя. Дети здесь будут ходить. Мы просим, не делайте, пожалуйста, пока у нас нет решения суда, пожалуйста, ничего не делайте. Но он сказал, наша земля, что хотим, то и делаем. А вы нет, никто и звать вас никак. Знаете, уже не знаю, куда обращаться. Я администрации говорю, вы вообще-то выражаете какую волю? Вот по радио, недавеча как, два дня назад сказали, что народные и депутаты, и администрация должны выражать волю народа. Вот мы народ.
Вот мы народ, нас много. Это вот сейчас вот разбежалось уже все. Здесь было много у нас. Вот. Мы ходим и в суд, мы ходим и все. Один суд у нас в Волжском районе, другой суд у нас в Кировском районе. Мы просим, чтобы отменили вот, значит, неприсвоенные вот эти вот межевания, которые было без нас проведено. Без нас. Мы не участвовали никто. Не тот дом, не этот. Восстановить нашу вот эту территорию прежнюю и сделать здесь детскую площадку, спортивную площадку и стоянку для автомобилей. Там не сказали, что да, мы здесь. Дети будут через 6 минут.